богу, проскочили! Мне даже не верится! Эй! Что у вас там шуршит? Письмо губернатора к управляющему медным рудником. Скоро там зашуршат долгожданные доллары. Мори! Не смей далеко отходить! Апачи гарантирует безопасность только на дорогах! Да отсюда на 10 миль вокруг все видно! Ни один апачи не приблизится к нам незамеченным! Вы с ума сошли? Уберите оружие! А ну-ка посмотрим, крепкие ли нервы у этого воина. Теперь вторая. Глизон, ставлю 10 долларов, что в третью не попадешь. Я ставлю против тебя. А вот и третья. Глоток виски в знак дружбы. Мистер Джонсон, дайте мне фляжку. Я тоже не прочь сделать глоточек. И я тоже. Одному Богу известно, сколько их здесь прячется. Едем в Санта-Рита. Едем. Что случилось, воины? Что заставило вас так торопиться? Вождь, мы видели фургон, который сопровождали 10 всадников. Это были тиканцы обледнолицые с севера. Раньше мы этих людей здесь никогда не видели. Они выехали у Сагуар на дорогу, остановились на отдых. Я подошел к ним, но они схватили за оружие.
Один из них был очень меткий стрелок. Когда мы скрылись, эти люди вскочили на лошадей и помчались в сторону Санта-Рита, вождь. Что им там надо? Они сопровождали фургон. Вы забыли, какой завтра день для апачи? Каждый год в этот день мексиканцы раздают нам муку. Вождь, если в фургоне везли муку, зачем его охраняло так много всадников? Они ехали там, где разрешено. И это главное. Только мексиканцам разрешается ездить по нашим дорогам. У нас с ними договор. Он дает мир. Поймите это. Подозрительность и недоверие затуманили ваш разум. Это к добру никогда не приводит. Ульцана еще никогда не брал подарков у компании медного рудника. И напрасно. Что в этом плохого? Если бы он завтра с нами поехал в Санта-Рита, у нас тогда на один мешок муки было больше. Когда я еще был ребенком, Нана, ты мне рассказывал, что апачи хорошо жили без подарков, которые нам сейчас выдают мексиканцы. Конечно, мы хорошо жили без их подарков. Но я все время вспоминаю, каким мясом нас угощали в прошлом году в Санта-Рита. Оно было такое мягкое, что его мог жевать даже я без зубы. А сколько вина ты выпил в тот день? Ты, конечно, уже забыл, как на обратном пути нам пришлось к лошади тебя привязывать. Меня? Угу. Привязывать? Да. Да ведь в этом не я, а мексиканцы виноваты. Они мне все время подливали вина и кричали. Салют, Нана. Салют, Педро. Я тоже поеду с вами. Вот и хорошо. Теперь у нас муки будет больше. Почему ты так решил, Ульцана? Хочу посмотреть, чего стоит договор, которым так гордится наш вождь. Нет. Дай-ка мне. Нож брать с собой нельзя. Оставь его. Мы ездим без оружия в Санта-Рита. Такой у нас уговор с мексиканцами. Пусть твой нож лежит здесь. Там он не нужен. Мы ведь много лет живем в мире с ними. В этот раз со мной не повторится то, что было в прошлом году. Вот и видите, даю слово. Я буду пить только по полкружке. Тогда мексиканцы не смогут так быстро наполнять ее и кричать. Салют, Нана! Салют, Нана! Ох, вы меня совсем доконаете. Да пошевеливайтесь же, пошевеливайтесь! Да быстрее, быстрее, лентяи! Скоро приедут апачи, а у нас еще ничего не готово. Мигель, позаботься о месте. Сеньора, когда нас компания так будет угощать? Апачи ведь только раз в год угощают. Что ты им завидуешь? В этом году компания что-то особенно расщедрилась. Наверное, хочет продлить договор с апачами. А может, прикупить земли, говорят, где-то недалеко нашли серебро. Лучше всех это знает сеньор Рамон и американец, который сегодня приехал. Да-да. Я так боялась, что американцы тут что-нибудь учинят. Да что ты, мистер Джонсон такой строгий, он даже запретил своим людям пить. Thank you.
Как по-вашему, сеньор Рамон, все апачи приехали? Я полагаю, что все. Вам нравится мой план? Он чертовски прост. Сколько лет вы служите здесь управляющим? Я приехал сюда одним из первых. Тогда мы жили еще в палатках. Сначала надо было организовать добычу руды, а потом уже строить дома. А с индейцами не было столкновений? Никогда. Вождь апачи достаточно умен. Ему выгоден мир. Точно так же, как и нам, мистер Джонсон. Вот как. Скорее бы уж все это кончилось. Да чего вы так волнуетесь? Сеньор Рамон, вы ведь не несете никакой ответственности за то, что здесь произойдет. Ваш губернатор предоставил мне все полномочия. Кроме того, я уверен, ваши компании тоже заинтересованы иметь больше меди и меньше апачей. За последнее время цена на медь повысилась в 10 раз. Цену меди я знаю. И за мертвого апачи я тоже знаю цену. Когда ни военными, ни другими мерами не удалось изгнать апачи с их земли, с этого момента правительство стало платить за каждый скальп воина $100, за женский скальп $50 и $25 за детский скальп. Вы знаете законы своего правительства наизусть? А вы приехали сюда, чтобы на этом заработать. Я не сомневаюсь теперь, что вам хорошо известны ближайшие месторождения меди. Например, в Найтенс-Рим или в горах Джелатана. На этой карте вы не увидите ничего нового. При желании вы могли бы ее даже исправить. Но, конечно, вас интересует не столько наша медь, сколько серебро, которое недавно здесь обнаружено. Скажите мне откровенно, на кого вы работаете? Сеньор Рамон, я могу доставить вам неприятности. Скорее наоборот, мистер Джонсон. Это я вам могу доставить неприятности. Достаточно одного моего слова, и ваш план лопнет. Все в моих руках. Так что оставьте угрозы. Не забывайте, что вы находитесь здесь, на мексиканской земле, Джонсон. О, сеньор Рамон, и вы, и я на хпачей. Если быть точным. А теперь слушайте меня. Если вы хоть немного способны соображать после виски. Мексиканцам недолго осталось господствовать на земле апачей. Ваша компания довольствовалась медью, моей же потребуется больше. А я-то идиот, решил, что вы приехали сюда заработать несколько сотен долларов на скальпах апачей. Возможно, я найду для вас хорошую работу в нашей компании. Нам понадобятся специалисты.
хотите сигару? Благодарю вас, мистер. Эй! Выпей! Стой! Ты куда? А ну-ка, выпей! Я им займусь. Салют. У вас все в порядке? Все в порядке, как всегда. С нашим гостем беседовали? Я да, а вы? Сержант, возьмите с собой солдат и отправляйтесь на рудник. Как бы там чего ни случилось, пока тут идет веселье. Слушаюсь. Вы охраняете фургон. Быстро связать его. Эй, куда ты? Выпей. Вот и первые $100. Это моя добыча. Идем скорей. Сейчас начнется. Пора раздавать муку. Возьмите, пожалуйста. Вкусно. Мне надо идти. Хорошее вино. Слушайте! Слушайте все! Эти мешки с мукой приготовлены для вас! Их дарит вам компания рудника. Берите, берите же! Сколько сможете унести? Видно, милиция потащили Ульцану в тот дом. На, это его нож. Постарайся ему помочь. Берите! Берите еще, чтобы на весь год хватило! Берите больше! Что вы задумали? Вы с ума сошли, опомнитесь! Заткни ему глотку! Иди отсюда!
Сеньор Рамон, я все правильно сделал? А? Пусти меня, Тереза! Отдай ружье! Убирайся отсюда! Ну! Игель, идем! 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 И тебе досталось. Это не люди, это звери. Они хотят уничтожить всех апачей. Иди. Иди, иди. Краснокожих не должен уйти! Перебейте всех до одного! Босс, наш план чуть было не сорвался из одного краснокожего. Он подкрался к фургону и заглянул под брезент. Знаешь, кто это был? 31? Мы его видели у Сугуар. Куда ты его дел? Идем со мной. Сейчас увидишь. Ну, за работу, ребятки. Сюда складывать скальпы воинов, а сюда скальпы... Thank you.
Твоя жена тайком взяла его с собой. Когда она увидела, что тебя связали и потащили в дом, она подошла ко мне и дала нож. Он спас мне жизнь. Здесь нельзя нам оставаться. Мы уйдем в селение Гордого Орла, поселимся там у наших братьев. Надо позвать вождя. Его больше нет. Его убили в Санта-Рита. Мой разум отказывается понимать. Зачем они это сделали? Каждый скальп воина стоит $100. Вот зачем. Ты был прав, Ульцана. Нельзя верить обещаниям белых людей. Напрасно ваш вождь не послушался своих воинов. Братья, наши вигвамы, ваши вигвамы. Ульцана, где мой брат Багули? Он ушел от нас. Его больше нет. Твой брат получил смертельную рану в Санта-Рита. Мы привезли его в селение. Он умер как воин. Thank you.
Мы уходим, гордый орел, чтобы отомстить бледнолицам. Сколько воинов с тобой поедет? 6. А меня ты забыл? Годы согнули мою спину, но жажда мести горит в моем сердце. Земля Апачи. Высоко, высоко стоит солнце над пустыней Чуауа. Тот, кто скакал по ней на заре, тот, кто скакал по ней в полдень, тот, кто скакал вечером, уже не скачет больше. Но велика земля Апачи. Солнце продолжает свой путь. Кто? Кто может задержать его путь? Кто? Кто? Высоко стоит солнце над пустыней Чуауа. Стоял здесь. Они уже уехали. Этот Джонсон уехал. Теперь апачи будут мстить нам. Сеньор, на сколько дней хватит продовольствия, если не подоспеет обоз? Недели на 3. Может быть, и побольше. А к тому времени и обоз прибудет. Дайте мне еще виски. Чико, от твоего жалования ничего не осталось. Тогда спокойной ночи. Не виноват. Я не принимал в этом участие. Вы же видели, я вам раздавал муку. Когда открыть твой рот, можно услышать только ложь.
выйди к управляющему. Кричи пожар. Надо немедленно отправить курьера в Ханос. Пусть скорее шлют продовольствие и солдат для подкрепления. Сержант, поручаю это вам. Разрешите отправиться ночью. Хорошо. Кого возьмете с собой? Никого. Одному легче пройти. А у вас каждый солдат теперь на счету, сеньор комендант. Зачем вы пришли? Хотим знать, что вы здесь обсуждаете. Нас это тоже касается. Эй, Клизон, по такой дороге лошади долго не выдержат. Ты же сам предложил сократить путь. Эй! Лошадей у них хромает. Бледнолицые скоро будут отдыхать. Поехали, вперед! Так вот, ребята, мы с боссом отвезем скальпы и получим награду, а вы отправляйтесь в лагерь Пино-Сальтос и ждите нас там, ясно? Ясно. Никогда в жизни у меня так не пересыхало в горле, как сегодня. Дай-ка веревку из фургона. Можно не очень длинную. Сколько тут долларов? Ты в своем уме? Брось сейчас же сигару! Забыл, что ли, в фургоне мешки с порохом? Ты за меня боишься или за себя? Краснокожие собаки, выходите! Где вы прячетесь? Задержите их!
Я возьму с собой Нану, а вы оставайтесь здесь. Быстрее, фургон! Надо выбраться из этой ловушки! Трогай! Эй! 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 Мексиканцы покидают Санта-Рита, комендант. Мигель, справишься один? Да-да. Тереза, идем со мной. Вы ждете, сеньор комендант. Надо принимать срочные меры. За все, что случилось, ответственность лежит на вас, сеньор Рамон. Не перекладывайте ее на других.
смеете меня обвинять? Я действовал по приказу губернатора. Вы меня открыли, а теперь хотите умыть руки? Не выйдет. Там, где лежит покойник, не место ссоре. Паола. Сеньор, мы возвращаемся в свои деревни и там будем искать себе работу. У компании рудника нет продовольствия. Да и солдат у нее мало, чтобы защитить нас от апачей, поэтому мы уезжаем. А вы не думаете, что в пути апачи могут напасть на вас? С таким же успехом они нападут и здесь. Но здесь возьмут нас измором. Замолчите, комендант. У нас есть договор о ненападении на Санта-Рита. О каком договоре вы говорите? Вы сами его нарушили, сеньор управляющий. И нам тоже надо уезжать из Санта-Рита. Поторапливайтесь, поторапливайтесь. На лице прошлым летом был в Пинос-Альтос. Санта-Рита никого нет. Все мексиканцы ушли оттуда. От нашей мести им не уйти. Нас ничто не остановит. Как нельзя остановить путь солнца. Постой, Ульцана. Твой пленный прошлым летом был в Пинос-Альтос. Он искал желтое железо. Сейчас там снова появились бледнолицые. Бледнолицых много. Они себе строят дома из деревьев. У них нет палаток. Я думаю, они хотят остаться надолго. Если бледнолицы останутся в Пинос-Альтос, вам негде будет охотиться, у вас не будет мяса. Придумает старый Нана. У него стали старыми ноги, а голова еще молодая. Ты
Ты отомстишь ему здесь, Ульцана? Нет. Этот бледнолицый должен умереть в Санта-Рита, там, где он убил наших братьев и сестер. Не убивай меня! Если ты меня убьешь, твои родные все равно не оживут. Дай мне лошадь и помоги бежать. Когда придут наши солдаты, я обещаю сохранить тебе жизнь. А они придут скоро. Так тебе известно, что нам здесь надо? Эй! А вы хотите, чтобы я здесь умер? От жажды? Краснокожие негодяи! Мы вас всех уничтожим! Всех! Всех! Когда мы наконец доберемся, устал как собака, делаем по 25 миль в день. Если повезет, дня через три будем в Ханзе. Вот обрадуется твоя Маргарита, когда ты ей скажешь: здравствуй, Маргарита, но сначала я должен выспаться. Поспал бы немного, Педро. Завтра нам предстоит трудный денек. Спокойной ночи, сеньор. Апачи! Апачи! Тревога! Апачи! Странно, они никого не убили. Никого не увели с собой. Тереза! Бочка пустая, нет воды!
Что же теперь делать? Подожди. Мы остались без воды. А у вас? У вас тоже нет воды? Пусти. Отдай. Прекратите драку! Успокойтесь! Слушайте меня! Слушайте все! Завтра мы обязательно доберемся до источника! А сейчас запрягайте лошадей и отправимся в путь! Только держитесь все вместе! О каком источнике ты говоришь? Разве будет на нашем пути источник? Знаешь, Хуан, я думаю, апачи не оставят нас в покое. Ну, хватит. Не поднимай панику, Мигель. Послушай моего совета. Держись поближе к Терезе, и все будет хорошо. Как вы это допустили, олухи? Мы с Паолой были в карауле. Потом я смотрю, его нет. Как сквозь землю провалился. Я кричу: «Паола, где ты?» И в это время меня кто-то хватает за ноги. Больше я ничего не помню. Все так и было, сеньор комендант. Убирайтесь. Вы думаете, что возможно новое нападение? Вряд ли. Ночная вылазка апачи настраивает меня оптимистически. Как это понять? Все очень просто, сеньор Рамон. Апачи не могут позволить себе открытое сражение, их слишком мало. Поэтому они стараются действовать ночью. Нам придется усилить охрану. Сеньор комендант! Вы ничего не слышите? Апачи! 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 Что вы стоите? Надо спасаться! Вы с солдатами останетесь здесь! Надо защитить женщин и детей! Это моя Никогда больше не нутся на нашу землю. Едем, нас ждут в Санта-Рита. Мы отведем лошадей к нашим братьям! Все как будто вымерло. Ни души не видно. И на медном руднике тоже тихо. Наверное, все мексиканцы праздник сидят дома. А как вы считаете, сержант? Я полагаю, что в Санта-Рита никого нет, капитан. Должно быть, мексиканцы разнюхали, что мы затеваем войну. Вполне возможно, мне это не пришло в голову. Что ж, надо подойти поближе.
Джонсон, что с вами? Капитан Бертон, наконец-то. Что тут произошло? Куда ушли мексиканцы? В чем дело? Почему никого нет в Санта-Рита? Апачи. Это Апачи. Я должен немедленно ехать в Пинос-Альтос. Там меня ждут мои люди. Отвезите меня. Отвезите, Бертон. Это невозможно, к сожалению. Мы получили приказ разведать дорогу для нашей армии. Каждый час нам дорог. Приказ есть приказ. Может, одну из лошадей ему дадим? Он один вряд ли доедет. Ничего. Джонсон вынослив. Его освободили. Здесь прошли три всадника. А тут они расстались. Один след ведет в ту сторону. Это его след. Куда бы он ни скрылся, он не уйдет от моей мести. Наша ловушка сработала. В ней такой олень. Дай мне глоток воды. Дереву.
смотрите, этот краснокожий даже глазом не моргнет. Мистер Джонсон, это тот апач, который был в Сато-Рита. Почему вы сразу не убили его? Вот вам его нож. Я 2 дня стоял связанный у колодца. Теперь он 2 дня постоит у дерева. Ну, тогда пойду всыплю ему еще как следует. Эти индейцы выносливы. Любой из нас не выдержал бы такого массажа. А вдруг из-за него мы всех краснокожих на себя натравим? Да. А не кажется вам, что Джек ему мало всыпал? Джек! Они потеряли наш след! До самой смерти мне не забыть этот позор. Много лет тому назад мой старший брат Накаен встретил на охоте барса. 2 стрелы он пустил в него, но только 3-я стрела сразила этого барса. Почему ты не рассказываешь до конца? Накаен подошел к барсу и, как велит закон охоты, прикоснулся к нему. Но барс прыгнул на него. Моя месть отныне будет беспощадна. Ты отомстишь бледнолицам, и все наши братья пойдут за тобой. Ты видишь одного бледнолицего, а за ним стоят не только люди из деревянных хижин, но и солдаты. Солдаты придут к ним на помощь. И придут скоро. Ты забыл, чем закончилась схватка с горным барсом. Мой брат Накаен жил еще много-много лет. И в его вигваме лежала шкура убитого им барса. Опачи!
быстрее, что вы там копаетесь? Они свое получили. Теперь не сунутся. Нет, апачи вернутся. Это точно. Надо запастись продовольствием. Патроны разделим поровну. Вряд ли нам в ближайшие дни удастся отправиться на охоту. А еды у нас осталось только на неделю. Я думаю, они больше не вернутся. Они сполна получили. Против наших ружей, что они могут сделать своими стрелами? А кто-нибудь видел, сколько их было? 5 или 50? Они отомстят нам за каждый удар кнута. Все мы умрем. Если ты не перестанешь каркать, я тебя вышвырну отсюда. Пока армия будет уже здесь. Я пришел сюда искать золото и найду его. Ни один дьявол не помешает мне в этом. Ну, а вы что приуныли? Ладно, отправлю к полковнику курьера. Ты сумеешь пройти, малыш? Для меня это пару пустяков. А может быть, все-таки нам перебраться в другое место? Золото тут всюду есть. Скажи капитану Бертону, чтобы он поторопил полковника. Малыша. Нападем с разных сторон. Вперед! Со мной! Все-таки ушел, черт побей. С трупами надо быть поосторожнее. Как бы еще не нарваться на такой сюрприз. Был живой. Солдаты в бледнолицах скоро придут на нашу землю. У них много хороших ружей. Гордый орел, помоги нам изгнать бледнолицах из деревянных хижин. Пульцана не свершил закон мести. Пульцана храбрый воин. Он свершит месть или умрет. В этом ему не нужна помощь. Но Пинос, Альтос — это наши места для охоты. Когда завтра солнце встанет над деревьями, в хижинах не будет ни одного бледнолицого.
До этого пункта 40 миль. Это первый переход. Сэр! Курьер с той стороны границы. Спрашивает капитана Бертона. Меня прислал мистер Джонсон. Нам нужна помощь. Немедленно. Апачи наступают. Больше двух дней мы не сможем продержаться. Мне известно, что ваш босс находится в трудном положении. Джонсон пошел на слишком большой риск. Это его личное дело. Пусть теперь сам выпутывается. Но, полковник, угроза нападения со стороны Апачи очень серьезна. Мы должны помочь ему. Мистер Джонсон работает по заданию... Знаю. Мы все работаем здесь по заданию американского правительства. Итак, уточним задачу. Вам слово, капитан. Провести армию в Мехико-Сити. Вот наша задача, полковник. Это значит изгнать мексиканцев. А апачи потом продолжим, капитан. Второй переход. 50 миль. Привал у Найтансрим. Затем разделимся на две группы. Одна группа пойдет здесь. Если бы знать, что замышляют эти дьяволы, кругом такая жуткая тишина, ничто не шелохнется. Просто можно с ума сойти. Как по-вашему, малыш прошел? Я нисколько не сомневаюсь в этом. Солдаты завтра будут здесь. Теперь я понимаю, почему бледнолицые так быстро стреляют. Наши стрелы не достанут их в деревянных хижинах. Их хижины будут гореть. Воды! Скорее! Mm-hmm.